Число жертв землетрясения на юге Индонезии превысило 80 человек. Толчки с магнитудой 7 ощутили прежде всего жители популярного у туристов острова Ламбок, рядом с Бали. Эпицентр землетрясения находился на севере острова в нескольких десятках километров от города Матарам, в котором проживают около 300 тысяч человек. По рассказам местных жителей, толчки валили людей с ног. Землетрясение ощущалось и на Бали. Индонезийские власти, получив данные метеорологов, предупреждали население об угрозе цунами и рекомендовали держаться подальше от побережья, предпочтительно на возвышенностях. Многие жители города отправились в горы. Это уже второе землетрясение на острове Ламбок на юге Индонезии за последнюю неделю. Жертвами первого магнитудой 6,4 стали 19 человек. Пострадали сотни домов.